Хорошее освещение – важная составляющая национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году оно установлено на 27 километрах, в том числе и в Канашском районе. Деревня Молдокасы расположена на автодороге Шахазана-Калинина. Дорога проходит прямо через населенный пункт, вблизи жилых домов, что уже само по себе опасно. Ну, приходилось скорость сбавлять, внимательнее быть, чтобы вдруг пешеход там не выскочил. Движение здесь достаточно оживленное. По дороге ездят местные жители, нередко проезжают транзитные большегрузы. Отсутствие освещения было большой проблемой. На этом участке дороги часто случались аварии. По просьбам жителей неоднократно, по замечаниям сотрудников УГИБДД, мы в свое время включили в план, был разработан проект, и поэтому вот в этом году, летом, в летний период, был осуществлен этот проект. На протяжении 1,5 километра установили 57 современных оцинкованных опор и энергосберегающие светильники. Общая стоимость работ на этом объекте составила 11 миллионов рублей. Хорошо, хорошо делали, молодцы. Вот так по всей трассе сейчас так делают, как в Москве будет скоро. Это хорошо. Нам нравится это. И зато аварий мало будет. Всего в этом году освещение появилось на 9 участках автодорог республики. На это из федерального и республиканского бюджетов было выделено около 106 миллионов рублей. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика.